Мы сейчас, я так понимаю, волшебный оранжевый спальник. Это фантастическое. Такой легкий склад вещей, громадная кровать, куча народу во всем доме. И все очень яркое, праздничное. Стены выкрашены в оранжевый, другая комната ярко-розовая. И все нам очень рады. Это здорово. Сегодня подарки за подарками, как в Индии, впрочем, обычно. Нас пригласили домой один из управляющих нашего отеля. Это мама. Это мама нашего хозяина отеля. Это его маленький сын. Это он сам. Это его брат. Вот это сестра. Это вот дальше мать. Короче, их очень много. И это еще не все. И нас угостили домашними, только что приготовленными индийскими сладостями. Такой, мне кажется, это творог с сахаром. Я не могу это описать, но это очень вкусно. No. Why it's happened? No, no problem. Because your hand is up. My hand is small. Yes. I think it's for you. Maybe your size, please. A size. It's your size. No. Can we play it? E size, John. No, no. I broken yours and can you? It's for you. Oh. I broke yours. It's no, no, no problem. No problem. Can you put it? Oh, it's your size. You can take it. Thank you, ma'am. Расскажите теперь, что ты сделал. Ну вот, ну что, обменялись браслетиками. Thank you. И сейчас мы поедем на мотоцикле. Втроем. Мне страшно.